Я думаю, вы знаете этого парня. Это Джефф Безос, владелец компании Amazon. 30 лет назад этот парень, прочитав заметку о том, что в ближайшие годы оборот в интернете ежегодно будет увеличиваться на 2000%, оставил должность вице-президента инвестиционной компании, поставил в своем гараже стол, сделанный из дверей, водрузил на него компьютер и начал бизнес по продаже книг через сайт, который назвал Amazon. Сегодня этот бизнес работает практически по всему миру и делает товарооборот, который приближается к триллиону долларов в год. А сам Безос входит в тройку самых богатейших людей планеты. Но на чем же зарабатывает Amazon? Согласно Википедии, его заработок состоит из продаж через собственные интернет-магазины, продажи через физические магазины, услуги сторонним продавцам, то есть предоставление своей площадки для продажи сторонних продуктов, рекламные услуги, услуги облачного хранения данных, а также оформление подписки. А что такое подписки? А это когда люди платят членские взносы Амазону ежемесячно в размере $15, чтобы просто иметь некоторые дополнительные услуги. Ну, например, бесплатную или более быструю доставку, а также дополнительные скидки на некоторые виды товаров. Более 35 миллиардов долларов на подписках. И это чистые деньги. То есть это не товарооборот в магазинах, где чистая прибыль в разы меньше. Это чистые деньги, которые тебе платят подписчики, чтобы иногда воспользоваться твоими услугами. То есть независимо от того, купил человек какой-то продукт в магазине в этом месяце или не купил, он все равно заплатит $15 в месяц. И сегодня подобных клубных схем в мире достаточно много. И на наших рынках, кстати, в том числе. Это и сети магазинов, это и сети аптек, которые предлагают свои карты для получения скидок. Это и сети кинотеатров, это и авиакомпании. А зачем вообще создаются клубы или комьюнити? А потому что это деньги. Чем больше людей в твоем клубе или комьюнити, тем больше денег ты зарабатываешь, и тем дороже стоит твой бизнес. И даже бесплатные сервисы типа социальных сетей ценятся количеством своей аудитории. И такие потребительские клубы убивают сразу двух зайцев. Во-первых, они привязывают участников клубной системы к своим услугам. И во-вторых, они получают дополнительную чистую прибыль, продавая членство. И в декабре 2022 года, то есть всего 6 месяцев назад, а сейчас начало июля 2023, на рынок вышла компания, которая предлагает членство, чтобы получить доступ к продукции высокого класса для здоровья по ценам фактически на 75% ниже рыночных, но которая также готова делиться и своими доходами от подписок взамен распространения информации о ней. И эта компания называется LiveGood. Это американская компания, которая зарегистрирована в штате Флорида. Миссией компании является помочь людям стать здоровыми, оставаться здоровыми, но при этом не тратя на это целое состояние. Основателем компании является Бен Глинский, который до этого имел огромный опыт в создании и управлении различных компаний. В 2018 году он продал свою последнюю компанию, которая называется Skinny Body Care, которая, кстати, была известна и на наших рынках, и ушел на так называемую пенсию. Но в 2022 году он решил вернуться с новой концепцией продвижения товара на рынок. Кстати, по итогам голосования на сайте Business for Home, который является достаточно авторитетным изданием во всем мире среди компаний прямых продаж, Бен Глинский и компания LiveGood вошли в топ-3 самых надежных компаний прямых продаж. Этот рейтинг основан на множестве факторов, включая и репутацию бизнеса, и послужной список, и финансовую стабильность, отзывы клиентов, сертификаты, награды, признания, а также качество продуктов и услуг. Итак, на сегодняшний день у компании чуть больше 20 наименований высококлассной продукции, но она планирует в ближайшее время довести это количество до 200, чтобы абсолютно каждый участник клуба мог найти что-то себе по душе. Подробно о продукции, которую предлагает компания LiveGood, вы сможете узнать на тренинге для партнеров. Чуть позже я расскажу, как на него попасть. Но сейчас давайте я быстро пробегу по тому ассортименту, который есть на сегодняшний день в компании LiveGood. Итак, компания начала свой путь с продуктов для здоровья, которые понятны абсолютно всем нормальным людям, которые следят за своим здоровьем и занимаются профилактикой, а не лечением. Это витаминные комплексы для мужчин и женщин, это магниевый комплекс, это витамин D3, который необходим всем нам, так же как и солнце, но только круглый год. И все продукты, кстати, произведены из высококачественного органического сырья, которое отбирается специально для компании, для производства ее продукции. Это и спортивное питание. Это и различные детокс и антиоксидантные комплексы. Это и масло с каннабидиолом, которое сейчас очень популярно в мире. Это и продукция по уходу за кожей. Это и органический кофе для похудения. И много еще чего интересного. Вся продукция имеет соответствующие сертификаты и тесты. И на днях компания добавляет еще 3 крутых продукта. И, как я сказал, планирует в ближайшее время расширить свой ассортимент до 200 наименований.
Но помимо этого компания планирует вводить и другие направления. Например, путешествия, обучение, товары для дома и другие товарные группы. Потому что на самом деле такая клубная система позволяет наполнять свой магазин абсолютно любыми товарами. Тот же Amazon, но только с программой вознаграждения. И в самом начале своего пути. Но самое главное – это суперцены. Вы не найдете таких цен нигде, и уж тем более в компаниях прямых продаж. Но как можно получить такие цены? А все очень просто. Компания LiveGood сняла маркетинговую составляющую со своей продукции. То есть те компании, которые сегодня предлагают аналогичную продукцию, чтобы оплачивать комиссионные за ее продвижение, вынуждены делать наценку 300 или даже 500%. Поэтому фактически аналогичный товар, который стоит компании LiveGood около $20, там может доходить до $100. Именно поэтому эти компании сегодня имеют падение в товарообороте, а некоторые даже ушли с рынка. Люди устали переплачивать за продукт. И компания LiveGood пошла другим путем. Они положили систему продвижения или маркетинг на клубную составляющую. Итак, чтобы стать членом клуба, нужно единоразово оплатить членство, которое стоит всего лишь $40. И дальше каждый месяц по 9,95, включая первый месяц. То есть первый месяц в сумме вы заплатите $49.95. Но фактически уже на покупке даже первого продукта вы сможете сэкономить деньги. А сэкономил, значит заработал. Или же вы можете сразу оплатить членство на год за $99.95 и сэкономить таким образом $20. Став участником клуба LiveGood, вы сможете, во-первых, покупать продукцию по ценам участника клуба, то есть ниже на 75%, чем у других компаний. И второе, рекомендовать компанию другим людям, а компания за это вам будет щедро платить. Но приоткрою вам секрет, что даже будучи просто членом клуба и не приглашая никого, здесь можно зарабатывать более $2000 в месяц, даже никого не приглашая. Как это работает? Итак, когда вы занимаете место в глобальной структуре, под вами программа начинает автоматически заполнять ячейки до 12 уровня по принципу удвоения. То есть на следующем уровне под вами заполнится 2 ячейки или места, под ними, соответственно, тоже по 2 места, а для вас это уже 4 и так далее. То есть следующий уровень это 8 мест, потом 16, 32, 64, 128, 256 и последний уровень 4096 человек. И от каждого такого человека, кто становится членом клуба и ежемесячно оплачивает членство, компания начисляет вам 2,5%. То есть на самом деле это всего лишь 25 центов. И поэтому сначала это несколько десятков центов, потом несколько долларов, а потом и сотен долларов. И когда все ячейки вашей структуры под вами будут заполнены до 12 уровня, то ваш доход составит $2047 ежемесячно. И при этом вы никого не пригласили. Это, конечно, не произойдет за один или за два дня, или даже за месяц. Но сегодня уже тысячи людей зарабатывают такие деньги. Потому что сегодня в компании зарегистрировано более 400 тысяч человек. И это всего лишь за полгода. А через несколько лет здесь будут миллионы. И эти люди окажутся под вами. Потому что вы просто узнали об этой компании немного раньше и заняли место в глобальной структуре. А откуда берутся люди? А те партнеры клуба, кто зарегистрировался раньше вас и которые приглашают других людей, эти новые люди попадают в вашу структуру. Потому что структура заполняется автоматически сверху вниз и слева направо. Но если вы тоже начнете приглашать и пригласите хотя бы 2 человек, то вам открывается доступ к 13 уровню и ваш доход увеличивается в 2 раза. То есть в месяц вы будете получать $4095 ежемесячно. А я думаю, на самом деле несложно найти пару человек, которые хотели бы воспользоваться продуктами для здоровья со скидкой 75%, а также зарабатывать ну, хотя бы по пару тысяч долларов в месяц. И на самом деле это только один вид дохода, который называется глобальный бонус. Кстати, по этому виду дохода вы можете выйти на доход более $16000 в месяц. Но для этого, конечно, нужно поработать, стать бриллиантом. И на наших рынках уже есть несколько бриллиантов, и это всего лишь за полгода. А через год их здесь будут уже сотни. У нас есть карьерная лестница, и когда вы двигаетесь по ней, вам открываются дополнительные виды доходов. Более подробно об этом я расскажу на тренинге для партнеров, для тех, кто пройдет бесплатную регистрацию в компании. Но сейчас буквально быстро пройдусь по ним. Итак, следующий вид дохода, который называется matching бонус, это доход от дохода ваших людей. То есть, когда ваши люди начинают получать свой доход от глобального бонуса, вы начинаете получать от их дохода 50%. Например, когда ваши те двое приглашенных получат свой доход, неважно, сколько это, $10 или $2047 или те же $16000, вы все равно получаете 50% от их дохода, потому что их пригласили вы. Но также вы можете на самом деле приглашать сюда неограниченное количество людей. Но это еще не все.
Вы также можете получать бонусы от дохода всей вашей структуры в зависимости от вашего ранга согласно карьерной лестнице. Более подробно об этом поговорим на тренинге для партнеров. Также вы получаете мгновенный бонус или так называемый бонус за личные приглашения. То есть, если ваш приглашенный купил клубную карту, вам зачисляется 50% от суммы, то есть $25. Двоих пригласили, свою регистрацию отбили. Но при этом вы можете получать этот бонус до 10-го поколения. Тут же есть также розничные бонусы, по которым вы можете зарабатывать на продаже продукции от 50 до 100%. Компания сейчас готовит отдельные страницы под каждый свой продукт, так называемые лендинги, но только с розничными ценами. То есть вы можете продавать эту продукцию на тех же маркетплейсах по розничной цене, компания будет обслуживать ваших клиентов, а вы будете зарабатывать до 100% между от партнерской до розничной цены. Также вы можете участвовать в распределении 2% пула от всего товарооборота компании, включая и продажи продукта, и оплату подписок. А на сегодняшний день компания делает уже около $10 миллионов в месяц. И поэтому это уже получаются неплохие деньги. Вот примеры чеков наших партнеров, которые зарабатывают уже здесь деньги. И это всего лишь за несколько месяцев. Посмотрите, какие доходы. Вы можете сделать скрин, вы можете поставить на паузу и просто посмотреть эти суммы. И, кстати, самый большой чек в среднем составляет $78 тысяч в месяц. Это за полгода. Этот чек принадлежит Тиму Миллеру, который на сегодняшний день является коронованным бриллиантом компании. И, в принципе, сегодняшний его чек уже перевалил за $100 тысяч в месяц. Итак, давайте подведем итог. Джефф Безос владеет Amazon, поэтому он миллиардер. Более $30 миллиардов в год заходит в Amazon от подписок. Мы же, благодаря членству в LiveGood, имеем часть такого же бизнеса. Компания на рынке всего лишь 6 месяцев, но в ней уже более 400 тысяч зарегистрированных участников. Если бы вам предложили такие условия в Amazon, но только на самом старте, когда этот парень начал только продавать книги, а сегодня в Амазоне более 200 миллионов абонентов, которые каждый месяц платят по $15. Через несколько лет в компании LiveGood будет несколько миллионов. Заняв место сейчас, у вас есть все шансы выйти на доход в $2047, просто как член клуба. Ну а если вы поделитесь информацией с другими, то ваши доходы могут возрасти многократно. Став членом клуба LiveGood, вы получаете доступ к высококачественным продуктам для здоровья по ценам со скидками до 75%, а также возможностью иметь долю от бизнеса LiveGood. После бесплатной регистрации вы закрепляетесь в глобальной структуре, и также у вас появляется бэк-офис на сайте LiveGood, где вы можете ознакомиться и с продукцией компании, и посмотреть все сертификаты, а также увидеть, как уже под вами начинают подписываться люди. И я рекомендую это сделать как можно быстрее, чтобы не пропустить никого. Потому что может так оказаться, что кто-то, кто зарегистрируется после вас, оказавшись в вашей структуре, построит под вами большую организацию, с которой вы начнете быстро получать пассивный доход. Причем сюда люди сегодня входят со всего мира. Это могут быть партнеры абсолютно с разных стран, где будет начинать развиваться бизнес, и эти бизнесы, эти страны окажутся под вами. Цена входа фактически равна баку бензина или походу в магазин. Это доступно на сегодняшний день абсолютно для каждого человека.